езда на кроссовом двухтактном мотоцикле – это искусство, которое включает в себя противоречивые подходы в управлении, идти ва-банк и сохранять спокойствие одновременно. А благодаря взрывной мощности, которая дарит чрезмерное количество адреналина, двухтактным мотоциклам не нужен сильно большой объем. В сегодняшнем выпуске собраны самые мощные двухтактные кроссовые мотоциклы объемом 250 кубических сантиметров. Так что делайте ставки, кто же на первом месте, европеец или японец. А открывает топ Yamaha YZ250, который начинает свою историю с 1974 года и, в отличие от других японских конкурентов, продается по настоящее время. Одноцилиндровая 249-кубовая силовая установка жидкостного охлаждения выдает 53 лошадиные силы максимальной мощности и 49 ньютон-метров крутящего момента, чего при снаряженной массе в 103 кг более чем достаточно. На пятом месте расположилась модель кроссового мотоцикла от Kawasaki KX250, которая была представлена также в 1974 году, однако выпускалась до 2008, после чего ее окончательно заменила четырехтактная модель Kawasaki KX250F, выпускавшаяся с 2004. Двухтактный одноцилиндровый двигатель выдавал 54 лошадиные силы максимальной мощности и 49 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса составляла 101 кг. На четвертом месте Suzuki RM250, который появился на 2 года позже двух предыдущих мотоциклов в 1976 году. Его 249-кубовая одноцилиндровая силовая установка выдавала 55 лошадиных сил максимальной мощности и 50 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса составляла 104 кг. 2008 год стал последним годом производства RM250, после чего мотоцикл окончательно уступил место четырехтактной версии Suzuki RMZ250. Которая появилась в 2004 году и продавалась параллельно. На третьем месте кроссовый мотоцикл от шведского бренда Husqvarna 250CR, который был представлен в 1973 году и выпускался вплоть до 2005 года. Двигатель модели выдавал те же характеристики, что и Suzuki RM250. Это 55 лошадиных сил максимальной мощности и 50 ньютон-метров крутящего момента. Правда, снаряженная масса составляла всего 101 кг. Сейчас же выпускается двухтактная модель Husqvarna TC250, которая появилась в 2014. Однако она выдает 50 лошадиных сил.
На втором месте 250-ка от австрийского производителя KTM MX250, которая появилась в 1974 году, а с 1993 года мотоцикл поменял название на KTM SX250 и продается до сих пор. Двухтактная одноцилиндровая силовая установка объемом 249 кубиков выдает 56 лошадиных сил максимальной мощности и 51 ньютон-метр крутящего момента. Сухая масса составляет 96 кг. А при полном 7,5-литровом баке в снаряженном состоянии мотоцикл, соответственно, весит 103,5 кг. По мощности является Honda CR250R, который начинает свою историю с 1973 года. Самая мощная ее версия выдавала 58 лошадиных сил максимальной мощности и 51 ньютон-метр крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла составляла 104 кг. CR250R была снята с производства на год раньше конкурентов в 2007. Ее окончательно сменила параллельно продававшаяся с 2004 года четырехтактная модель Honda CRF250R. Однако ни один четырехтактный заменитель никогда не наградит вас теми ощущениями и звуком, на которые способен двухтактный мотоцикл.